Лакрим – шведская евроданс-группа, которая состоит из танцовщицы и бэк-вокалистки Тис Мэттисон. Известность Лакрим начинается в 1998 году с выпуском альбома Sound Vision, а в качестве припевов Лакрим использовали вокал Мартины Эдов, Наны Хэддин и многих других. Самым знаменитым хитом Швеции и стран Скандинавии становится You, а сам клип на эту песню снят в ратуше Стокгольма. Еще одной знаменитой песней Лакрим является Say Goodbye. В 1998 году Лакрим выпускает композицию Free для альбома Sound Vision. Эта песня была аранжировкой на хит Доктора Албана This Time I'm Free. Также Лакрим снимается и в качестве фотомодели для обложек журналов. В 2000 году Лакрим начинает сольную деятельность и уже с новым названием Tis выпускает композицию Justify My Love, а следующей песней Tis становится Viva Le Amor, а также One Love. Композиция The Second You Sleep была выпущена в 2004 году и имеет большой успех в Швеции, как и еще одна песня Breathless. Несмотря на то, что Лакрим больше не занимается выпуском новых композиций, а ее работа директором одной европейской компании вовсе не связана с музыкой, она активно принимает участие во многих фестивалях Евроданс исполнителей. Автор и редактор статьи, а также монтаж и озвучивание от Григория Митусова.